В Архангельске уже несколько лет работает некоммерческая организация «Новый взгляд». Занимается она поддержкой инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства. В основном фокус НКО направлен на профилактику домашнего насилия. Специалисты «Нового взгляда» проводят психологические консультации, устраивают полезные семинары, а также оказывают юридическую поддержку тем, кто оказался жертвой неудачных отношений. В последнее время большое внимание уделяется профилактической работе с юношами, ведь когда-то они станут мужьями и отцами. Те исследования, которые существуют, и, в принципе, с тем, с чем мы сталкиваемся на практике, когда папа очень активно вовлечен в уход и воспитание ребенка, то риски возникновения семейно-бытового насилия, они значительно снижаются. Когда ответственность делится на равных правах, и отец понимает свою значимую роль, то, соответственно, вот более такие теплые и гармоничные отношения выстраиваются. Здесь уверены, работать с юношами крайне важно, чтобы они могли вовремя распознать тревожные сигналы и в будущем избежать печальных последствий в отношениях и в семье. Сотрудники НКО регулярно проводят занятия в техникумах. У нас практически 95%, 97% сохранности аудитории. То есть если у нас ребята и пропускают, то по каким-то уважительным причинам. Да? Вот. А так мы работали в аудитории 30 человек, то есть 30 парней сидят. Да, там от 18 до 25 лет, и они слушают, они вовлекаются. В пандемию вопрос домашнего насилия встал еще острее. Специалисты «Нового взгляда» присоединились к работе всероссийской линии телефона доверия. По словам волонтеров, количество звонков выросло на 27%, и это в период, когда медучреждения работали в ограниченном режиме. Разумеется, практически все звонки поступали от представительниц слабого пола. Я тебя кормлю, одеваю, обуваю, ну и все. И ты мне, значит, обязана все, ну, как говорится, принадлежать мне полностью. Ухудшаться уже начала, ну, тоже ребенок уже такой, ну, в школу, наверное, уже пошел. Один раз он мне губу разбил, конкретно так разбил, что пришлось зашивать, ехать. НКО оказывает психологическую и юридическую помощь женщинам, жертвам семейной тирании. Сейчас пострадавшая должна сама подать заявление в суд. Но чтобы грамотно его составить, необходимо обратиться к юристу. Не у всех есть на это деньги. Спасает «Новый взгляд». Сейчас постоянный коллектив некоммерческой организации 7 человек плюс волонтеры. Кстати, именно благодаря им в марте 2020 года состоялся концерт «Неслабый пол», который даже вошел во всероссийский мартовский фэм-дайджест мероприятий. Главное, что мы заявляем о том, что ресурсы помощи, они существуют, да, что можно обратиться. И это не значит, что там выход только один – разводиться, да, бежать и так далее. То есть каждый случай индивидуален. И вот этот индивидуальный маршрут сопровождения, он всегда очень точно просчитывается. Женский коллектив НКО сегодня помогает таким же женщинам избежать домашнего насилия, а в случае беды – найти грамотный выход. Ведь иногда новый взгляд на вещи может спасти жизнь.